Шестое. Подавайте хороший пример. Любой человек так или иначе влияет на многих других людей. Это влияние может быть как хорошим, так и дурным. Тот, кто строит свою жизнь на основе этих рекомендаций, подает другим хороший пример. Что бы ни говорили окружающие, этот пример обязательно повлияет на них. Тот, кто пытается помешать вам в этом, делает это либо потому, что хочет причинить вам вред, либо потому, что преследует какие-то свои цели. Но в глубине души он будет вас уважать. В конечном счете, ваши шансы на лучшую жизнь увеличатся, потому что другие, благодаря вашему хорошему влиянию, будут представлять меньшую угрозу для вас. Есть и другие плюсы. Не сбрасывайте со счетов то влияние, которое вы можете оказать на других одним лишь упоминанием приведенных выше принципов и собственным положительным примером. Чтобы идти по дороге к счастью, необходимо подавать хороший пример окружающим.